И снова здравствуйте. В общем, второй обзор за сегодня, видос точнее. Ну да, видос, обзор. У меня сегодня вообще неделя такая посылочная. И нежданно-негаданно у меня пришла посылка от Диляры, Дилечки. Спасибо ей, в общем, тебе огромное. Радости, рот до ушей, глазки блестят. Очень-очень довольна. Вообще шикарная посылка. Я ее еле доперла до дома. У меня сегодня бегал на репу. Ну, в общем, в результате получилось, что... Так, туда-сюда, 5-10, и уже потом специально заходила домой, ну, знала, что там пришла, посмотрела по весу, думаю, из Москвы. 4 кг с лишним, думаю, я столько из магазина еще будучи заходивши, не допру. В общем, бегала специально домой за большим пакетом, и, в общем, пришла, там вскрывала там мои восторги, и просто сами фотки можете посмотреть, если вам интересно, на странице канала ВК, или просто на странице ВКонтакте моей этой, самой страничке. В общем, пожалуй, я тут начну с помадок. Это вот помада NYX. Тут все, и еда, и чай, и даже краски масляные. И, в общем, вот этот слегка косметоз. В общем, эти помады NYX, тут так, это, вообще все так шикарно было упаковано. Вот там вот такими еще пакетиками. Мне в таких пакетиках, такие воздухом пробитыми, пропитанные, присылалась как-то парашки. Посылка я заказывала себе девчонкам, ну, девчонкам колебасы бомбили, а себе пиалочки. Из осинкой глины. И еще как-то стопки в виде черепов заказывала еще на лайте. Когда давно, лет 5, не знаю, в общем, как в каком-то там году. Еще до того, как вообще узнала, что существует Алиэкспресс. В общем, тоже какой-то такой азиатский сайт. Ну, в основном азиатский. Ну, и там тоже было так вот упаковано вот этими пакетами с воздухом. В общем, очень шикарно упаковано. Еще так вот, что оно вообще не тряслось. Я когда несла домой, все гадала, что ж там такое там. Мало того, что тяжело, так еще и признака жизни не подает. В общем, было вот в таком пакетике, тоже все отдельно так упаковано, в такие красивые бумажки, вообще шикарные, там еще эти... В общем, классная упаковочная бумага, я от него в восторге. Я где-то открывала аккуратно, где-то вот, как обычно, непонятно как. В общем, в таком пакетике NYX. Я про NYX видела обзор у Насти Зарезко, еще у кого-то там на Ютубе. В общем, они были запечатаны, одну я вскрыла. Вот эту я пока не буду вскрывать, хотя могу вскрыть, показать вам соус, заодно сама узнаю. В общем, это NYX, матовая жидкая помада, крем для губ. Ну и тут такая же вот бумажка была, я ее отсобачила. И на себя уже, ну, не бумажку, конечно, сюда такая пленочка, а саму помаду, в общем, на себя уже нанесла. Вот на мне она, вот эта вот помада. Реально такой вот крем, такой вот, она густенькая, мягонькая. И мне всегда казалось, как вот ощущение, жидкая помада, это как жидкий блеск. Ну, в смысле, как блеск обычно. Тут реально такая густенькая, кремовая, ну, и вкусненькая какая-то она. Не могу сказать чем, но что-то вот такое на губах ощущается. И по вкусу она какая-то такая, когда мажешь, в общем, и цвет такой вот как раз у меня сейчас где-то до середины дошла этой сливовой палетки. Ну, в общем, помада одна из 5 из палетки и фраше, вот то, что у меня там обычно таскается и на губах. Сидит в видосах во всех и на улице тоже, когда куда-нибудь иду. Сливовая это Ивражевская такая, не знаю, ближе к фиолетовому, вот что-то такое. Вот она ближе вот к этому цвету. Это более красная. И, в общем, номер тут SMLC27 Мадрид. А здесь у нас то же самое SMLC, в смысле, и 10. 10 номер. В общем, 10 и 27 номер, только тут у нас Монте-Карло. В общем, Монте-Карло 10 и Мадрид 27. Вот такие вот. Сколько у нас тут грамм? А, живет 18 месяцев после вскрытия, но я думаю, оно у меня проживет. В смысле, не помрет раньше времени, то бишь это, уделаю я ее. Так, сейчас я попробую сделать свотч на своей этой загорелой лапе. И, кстати, очень классно ложится так, вот так же, как вот эти ифрашевские. Вот, но нам не понравилось вот это из лимитки Rouge, что-то там, Golden Rouge, или... А, Grand Rouge, короче говоря. Из ифрашевской вот этой палетки они также ложатся, как кремовые. Там не надо никаких бальзамов для губ, вот просто уже она сама по себе как бальзам для губ. И вот это тоже, и вот сам цвет, вот он. Вот вам мой кулак. Так, 52-ю я вскрою таким. Так, как ее вскрыть? Вот так же я с третьего раза сообразила, где ее вскрыть. Я даже вижу, где ее вскрыть, но что-то я никак не подцеплю свои
не как тянем. Не хочет она скрываться. Ну ничего, это я ее вскрою. Вот тут-то я аккуратно скрыла, а это как раз показывает то, как я некоторые коробочки вскрывала неаккуратно. Ну, в смысле, эту упаковку снимала. Ну, примерно таким же макаром. Кстати, крышечка она такая, вот у этого тоже. Она как бархатная такая крышечка. Откровенно говоря, я вообще не видела. Ну, у нас, я не знаю, вообще продаются помады какие-то такие или нет. Может, где-то и продаются. Я обычно в магазины хожу за едой. И очень редко смотрю не на еду. Так, вот я все-таки ее сняла. Так, и это у нас Монте-Карло. Она такая более красненькая, она мне вообще какую-то клюкву напоминает, или даже брусничку. Вот вам. Можно сказать, вишенка и брусничка. И, кстати, довольно быстро высыхает, ну и такой нормальный слой. Можно в один слой, можно в два слоя. Но, думаю, одного слоя за глаза и уши хватит. Ну, если вы захотите и за глаза, и уши провести. В общем, вот я пока в пакетик беру, хоть у меня кот сейчас вне кухни, где-то в коридоре играет с остатками шарика от Наташи. Но он умеет открывать двери. В общем, тут у нас, я когда распаковывала, читала. Сейчас буду вспомнить заново. Суперзащитный крем, корректирующий тон кожи. CC-крем. Вот про CC-крем я что-то видела, но это пока не пользовала. BB-крем я как-то не поняла. А вот CC-крем, ну, в общем, клиник. Надо вот попробовать. Этот клиник у меня, по-моему, был минки такие от Насти Зарезкой. Там тоник, пенка и что-то еще. И лосьончик такой был, или кремик, что-то такое. Ну, он неплохой, мне понравилось такой. SPF 30. С какими-то там отражающимися частичками. Ну, короче, если вам интересно, просто загуглите этот крем в каком-нибудь Яндексе. Light нарисовано. В общем, тоже заюзаю. Не сегодня, так завтра. Сегодня уже ночь практически. Ну, у меня тут это вообще где-то 29 минут 10-го. Так, поет Париж. Это у нас маска, по-моему, маска скраб. Да, маска скраб для лица очищающая с экстрактом чилийской мяты. О, узнаю, что за чилийская мята. И комплексом фруктовых кислот. В общем, тоже заюзаю с удовольствием. 50 мл. Я люблю эти всякие такие скрабики, скрабирующие маски. У меня там и прошивка какая-то стоит. Сейчас в ванной. В общем, так. Теперь я добралась вообще через посылку, когда я ее открывала. Да, вот так недолго у меня держится завивка. Я чуть почувствовала запах палочек. И первые мне попались вот эти. Вот я пока не открывала коробочки, я просто чисто вам покажу. Ну, не вскрывала вот сами по себе. Ароматические палочки благовония. Бамбуковый стержень, древесный наполнитель, натуральная масляная ароматическая эссенция. Индия. Может лежать вечно. Срок не ограничен. У меня до сих пор еще стоит, я там пару раз, наверное, пару палок делала, лет 10 уже, наверное, стоят палочки ароматические с розой. Они мне периодически куда-то ну, то я их куда-то поставлю, забуду мне, то еще что-то так. И как обычно, когда нужно, они не находятся у меня. Ну, как обычно бывает с вещами, когда тебе надо какую-то фигню, она куда-то заныкалась и стоит так в уголочке и за тобой наблюдает, как ты ищешь и не видишь ее. Так, еще у нас тут благовоние, тибетская серия. Гималайские цветы. Тоже, судя по ощущениям, это палочки, ну, если их пощупать, тоже с удовольствием как-нибудь пожгу, повоняю, посмотрю реакцию кота. Так, и еще одни благовония, тоже ароматические палочки, тоже Индия, вот такие вот. Чем с удовольствием буду пользоваться. Вообще такая азиатская посылка. Я еще этому нашему японисту скидывала там когда свои восторги, когда распаковывала из Японии. Ну и скидываю ему первую часть фотки, первую часть распаковки. Он так мне это, откуда там чонка Корея, Китай, и забыла еще чуть-чуть. А, Индия. Потом смотрю, моти. Кстати, моти. Моти две упаковки.
Мотим. 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 Я думала, я их в ближайшее время вообще нигде не увижу. Ну что, вроде как этих всяких выставок Акамии нема. В общем, это манго моти, тут 6 штучек. Я их еще не вскрывала. Тут состав по-русски. Кстати, в Питере их... Ну, короче, Питер поставляет их на территорию России. Вот. Так, и еще одни моти. Моти, по-моему, с какао. Так, положу. Ну, в общем, моти от Зучи с кокосом. А я думала, это какао. Такая коричневенькая. Ну, сейчас узнаем, есть какао или нет. Ну, даже если нет, клейкий рис. В общем, шоколадки нету, но... А, да, точно же, еще паста от Зуки похожа по цвету, как шоколад. В общем, что-то мне про нее это... О, веган. Я, конечно, мясо ем, но я согласна быть временно веганом, если я буду есть вот это вот. Тоже большущее спасибо. Так, у меня тут, значит, еще вот два таких пакета. Я почитала примерно, как их там делать. Ну, в ближайшее время, не сегодня, конечно, но на неделю, думаю, сделаю. Это у нас рисовые лепешки. Вообще у меня есть рисовая бумага, несколько листов мне как-то одноклассница подкидывала там на какую-нибудь готовку, но я что-то все руки не доходят погуглить в Яндекс, что бы из нее такое приготовить, и она поэтому у меня лежит пока вместе с листами нори. Так, это рисовые лепешки у нас. По-моему, ну, вообще можно будет, конечно, в интернете посмотреть, потому что тут очень-очень мелко, но если присмотреться, способ приготовления. Масло для жарки, когда достигнет, лучше мне не знать, сколько градусов, потому что я даже как-то не думала, сколько градусов бывает масло, когда оно жутко горячее. В общем, 170-190 градусов по Цельсию, наверное, надо градусник специально мерить. Ну, короче говоря, когда оно конкретно так согреется, запустить лепешки, жарить до... Здесь, наверное, более ярко написано. Жарить до момента, когда они станут... Ну да, тут два пакетика, на одном чуть-чуть размыто, на другом чуть-чуть потеряла я. В общем, пока они не станут желтыми, как я поняла. Надо будет... У меня масло сейчас только подсолнечное, у меня было какое-то такое масло, которое чаще всего в корейскую, азиатскую еду кладут, но у меня оно закончилось. Забыла такое масло. Хотя можно попробовать, в принципе, наверное, и на кокосовом масле. У меня, помимо того, к которому я сейчас приду, еще вот свое кокосовое масло только осталось. В общем, тут у нас два пакета по 200 грамм лепешек рисовых. Мяу. Так, в общем, раз уж я про какао заговорила, оно так запаковано было, думаю, надо же баночка. Ну, по ощупь, думаю, что такое за баночка. Открываю, а там такая баночка. В общем, это у нас кокосовое масло. Ни слова по-русски. То бишь, я так понимаю, это покупалось там, где оно делалось. Ибо, по-моему, это нифига не этот, не импорт. Не импортировалось в Россию. Где оно делалось? А, в Шри-Ланке оно делалось. В общем, теперь у меня есть запас масла, потому что у меня как раз где-то грамм 200 оставалось того масла. Я сейчас что-то опять на сливочное перешла. Ну, вот теперь буду в кашку снова добавлять это кокосовое масло. Я все хочу сварить шоколад, но на молоке, там, с кокосовым маслом, ну и, соответственно, из какао. Но что-то все никак руки не доходят. Так, вот тут у нас печенье. Латте чик-чок. Оригинал. Где-то тут я по-русски видела. Да, песочное печенье с шоколадом чик-чок. Ну... Я его пока не стала тут ничего вскрывать, перед тем, как обзор делать, я потом это все вскрою. Ну, не все сразу, но вскрою. Тут у нас две лапши. О, я как раз тут что-то собиралась поесть, и чашечка киселька как-то малинового, видимо, мне было мало. Конечно, на ночь вроде не едят, так же, как бодрый чай не пьют, но... Ну, я хоть половинку-то стопаю. В общем, это у нас, ну понятно, лапша. А тут где-нибудь на читабельном языке есть что-нибудь? Монголия. Ух ты, Монголия. Знаете, я еще хочу побывать в Монголии.
Но я что-то как-то смотрю на нее, то ли путевки какие-то не там попадаются, то ли уже поздно, но как-то так это все. В общем, ее еще даже варить надо, значит, я ее завтра съем. Я-то думала тупо варить, закрыть, а потом уже это... Ну, как эти растворимые такие быстрые макароны, да? Ну, значит, я что-нибудь другое схомячу. Так, тут у нас чипсики. По-моему, это чипсики. Чипсики со вкусом или типа того креветки. Корея. Точно Корея. Вот тут даже написано из Кореи. Чипсики, короче, из Кореи. Ну, так они на ощупь тоже чипсики. Ну, в общем, я, значит, сегодня захаваю чипсики. А еще у нас тут кокосовые, кажется, если я не перепутала. Чего, да, так где-то не бери. Кокосовые конфеты. Все кокосовые конфеты. Ух ты, блин. Во. Кстати, тоже Питер поставляет Раисю. В смысле, в Россию. Надо же, я это оговорилась. Я думала, так только отчекатываться можно. Сделаны они во Вьетнаме. Тут даже по-русски есть белки. В общем, их я тоже попробую. Я чувствую, у меня сегодня в конце месяца, ну, в смысле, не сегодня, а вообще в конце марта у меня будет обзор не пустых баночек, а пустых коробочек, потому что у меня там коробочки из-под конфет освобождаются потом естественным путем. Коробочки, точнее, пакетики вот как раз от этого, от Наташи из Америки, этого жевательного и какого-то там мармелада. Так, ну и что у нас тут остается? Остается у нас тут два чая из Кантаты. Знойная малинка, слушайте, она вот, я сейчас ее взяла, она мне даже пахнула чем-то таким вкусненьким. Тут у нас купаж на основе китайского зеленого чая с добавлением сладкой папайи, сочного яблока, ягод малины. Отлично утолит жажду новых вкусовых впечатлений. Можно пить как в горячем, так и в холодном виде. 1-3 минуты заваривать. Огромное-преогромное спасибо. Ну, если кому интересно, я потом могу обозреть просто отдельно чаи, там сказать, о, понравилось, да? Грецкий орех, зеленый чай, сырнича с добавлением цукатов ананаса, кокосовой стружки, грецкого ореха и миндаля. Бла-бла-бла. Принесет на райский остров незабываемых ощущений. Тоже заварю как-нибудь. Между делом, может быть, даже завтра. И еще. Вот просто мечта идиота. Я последний раз маслом рисовала, не помню когда. У меня там где-то осталось еще это масло, в смысле, как растворитель льняное. Но оно где-то стоит уже, так малюсенькая баночка. А сами краски у меня был такой небольшой набор. В общем, там какие-то определенные цвета, видимо, я к ним тогда неровно дышала. У меня практически все такие тюбики. Вот у меня где-то лежат этот склад красок, этот, значит, гуашь, там акварельку. Я еще помню ленинградскую заказывала, такие вот. В квадратиках таких маленьких. Ну такая самая крутая акварель считается. Не помню, как ее там звать. Ну, питерская, по-моему, ленинградская, что-то ленинградская, краски, что-то такое. В общем, как-то у меня по чуть-чуть его где-то так в коробочках валяется. Тут срок годности 3 года. Правда, у меня те краски, по-моему, у них уже срок годности того, но я когда-то еще рисовала, помню, лет 10 назад точно маслом рисовала. Еще в художке-то я скипидаром разбавляла. Что дедушка меня тогда подгонял. Ну и значит, короче, тут 12 флакончиков по 18 мл, 2 кисточки и вот этот льняное масло растворитель. Все вообще, знаете, шикарно. Подарочный набор художественных масляных красок, ладога 12 цветов в тубах по 18 мл. Надо будет протрясти у меня эти залежи, там у меня бумага какая-то специальная была под масляные краски, даже холстик где-то валялся, даже дедушка делал эти рамочки, как раз вот, чтобы холстик натягивать, ну и удобно было рисовать. У меня даже какая-то хрень нарисована есть, где-то лежит на глубине сибирских руд. И еще несколько таких маленьких холстиков, чем-то там таким. Все это главное вдохновение и чего, а то у меня чаще всего вдохновение есть, не знаю, что рисовать. Ну, как мне один товарищ говорил, просто берешь и рисуешь, и что получится. Вот он правильно тогда сказал. А другое, значит, или знаешь, что рисовать, но вдохновения нет. Вот, допустим, морда лица перед глазами есть, садишься рисовать, вообще она куда-то уходит и ничего не получается.
В общем, я надеюсь, у меня торкнет вдохновение. В общем, огромное такое спасибо, такая шикарная вообще посылка. Неожиданно, ну мне, конечно, меня там это брали адрес, да, это, но как-то все равно не ждешь, а тут вот так еще идешь, почтовый ящик, там квитанция захату, и смотрю, бумажка на посылку. Я офигела, радостно офигевша. В общем, неделя у меня такая посылочная, но, правда, неделя еще не закончилась. Вдруг чего еще, да? Так, и лапа у меня тут почти высохла. Да, кстати, они тут... Следы все-таки остаются, если тыркнуться. Но это у меня тут два слоя намазано. Можно рисовать. Я, кстати, рисовала что-то такое блеском для губ от Кельвин Кляйна. У меня что-то он не пошел, этот красный блеск, он растекался, и мне захотелось порисовать. Но он такая сволочь экономная. В общем, у меня до сих пор уже он лежит. Срок годности что-то у него был какой-то огромный, там 5 лет, что ли. В общем, он у меня лежит, там еще половина тюбика есть. Рисовала, кстати, кисточкой от блеска. В общем, такой у меня обзор. Я надеюсь, что вы зарядились как от меня этой положительной энергией, что у вас глазки блестят, рот до ушей, хоть завязочки пришей, говорила моя бабуся. И я не знаю, ну что вы захотели бы? Ну, допустим, захотели пожрать овсяные кашки с кокосовым маслом. Или чая попить, или порисовать, или еще что-нибудь такое творческое сделать. В общем, наверное, надо заканчивать. Вообще сегодня планировала ванну принять. Все-таки затолкать себя туда, в пену и в какую-нибудь соль. И надеюсь, я сейчас все-таки ее приму. И мне, как обычно, вообще полкухни еще разбор, но что-то, в общем, вместо того, чтобы разбирать кухню, я так это, посылка. В общем, всем отличного настроения, всем спасибо и всем пока.